Всем привет, с вами Олаф Мак. Хоть это и запоздалый обзор, но я не смог удержаться и выложил на канал этот обзор. Фанаты Angry Birds, в том числе и я, долго ждали новинок от Rovio, и вот ребята выпустили новую Angry Birds, Angry Birds Space. Конечно, ребята из Rovio не создавали велосипед, а немного. Ну, что уж тут немного-то. Много изменили игру. Ну, во-первых, действие происходит в космосе. Наверное, вы согласитесь со мной, что ну надоело уже бороться со свиньями на Земле. Хоть Rovio и создавала Season или Riva, но все это как-то поднадоедало. И вот они создают новый бестселлер Space. По просьбам фанатов Rovio добавила траекторию полета птички при натягивании рогатки. Птички все те же, но Rovio добавил новую, ледяная. Ну, так назовем ее. Она также взрывается, как и черная, но не уничтожает все на своем пути, а замораживает. И вот это большой плюс. Прям прикольная птичка, мне она нравится. Rovio плюс. Полностью изменена физика, кстати, игры. Да, и Rovio придумал что-то типа чудо-яиц, что ли. Их можно находить на каких-либо уровнях. В общем, в них нужно попасть птичкой, и вы переносите куда-то, как бы это сказать, ну, неизвестно куда, и играть в головоломку. Яйца золотого цвета. Да и, кстати, по-моему, эти яйца как раз новой птички, вот этой ледяной. В общем, рассказывать мне больше нечего. Думаю, вы сами все знаете. Игру можно скачать на iOS, Android, Mac и PC. С вами был Олаф Мак, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!